Дорогие мои, я снимаю видео, чтобы вас всех успокоить. Вообще не пахнет ничем, ни дымом. Конечно, только гул вертолетов. Слышен, да, шум авиационной техники. Которые воду возят. Который из моря набирает воду, да. А так ничего у нас не пахнет. У нас тихо, птички, цикады. У нас прям хорошо. Спокойствие, отдых, релакс, красота. Идем ужинать. Похоже, я тут вообще не похудею. Ну и как тут похудеешь? Боже, мне даже пельмени. А здесь вот так вот картошка со всяческими наполнениями. Шашлычки, котлетки всякие. Рыба-гриль. Еще рыба. Скумбрия. А здесь кальмары. Ой. Ну, в общем, какие кальмары. Сегодня день бургеров, что ли? Боже мой, какая красота! Запеченная индейка. В общем, это только часть, ребят. Ой, вот это штучки всякие, всякие вкусные штучки. Я сегодня с овощами пробую. Это просто нереально, эта песня. Не, ну вы понимаете, что я вам только часть съела? Тут еще супчики всякие. Ой. А здесь мороженое, арбузы холодные. Что хотят, то и делают. Мороженое себе уже два раза ела. Больше не влезает. А это уже другой стол. Со всяческими оливками, маслинками и соленостями. А еще вот такая красота. Фаршированный перчик. И не встать, как всегда. А мне сегодня понравился очень вот этот лучок. С рыбкой гриль вообще зашел. Нереально. Что я себе набрала? Человек из Макдональдса. Ну ладно, потому что я в обед рыбу ела.